мы говорим о наших практически несовершеннолетних молодых людях, которые сегодня являются, подпадают под категорию правонарушителей в той или иной части, судьбы людей, судьбы наших, будущего этих детей. Поэтому я считаю, что надо нам совместно всем федеральным органам исполнительной власти, всем, кто так или иначе участвует в процессе воспитания нашего подрастающего поколения, активизировать эту работу. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступный мир – вот основная задача комиссии по делам несовершеннолетних. Главная тема сегодняшнего заседания – профилактика вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность. Ежеквартально проводится посещение несовершеннолетних по месту жительства. Посещением также привлекаются психологи уголовно-исполнительной инспекции для оценки морально-психологического климата в семье и проведения профилактических мероприятий с членами семьи несовершеннолетних. С лицами, находящимися под мерой пресечения в виде домашнего ареста, совместные мероприятия не проводятся профилактически в таком большом масштабе, заключаются лишь в контроле непосредственно за исполнением этой меры пресечения. Поднимались на заседании и ряд других важных вопросов. Капитан Лилия Гогушева выступила с докладом по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Учащиеся школ были проинформированы о видах административных правонарушений при управлении авто- и мототранспортом, об ответственности, предусмотренной за нарушение правил дорожного движения Российской Федерации несовершеннолетними. Также проведены родительские собрания в колледжах, техникумах и лицеях, проведены профилактические мероприятия. Участники затронули очень важные темы, ведь правонарушения среди подростков нужно пресекать уже на стадии раннего выявления. По результатам совещания были определены направления дальнейшей совместной деятельности, а также дополнительные меры, направленные на повышение эффективности проводимой работы. Элина Остежева, Айвар Барануков, Архиз 24.